Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. С вами Инесса и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня у нас немножко необычное видео. Мы отвлечемся от наших строек и покажем, чем занимаются дети в нашей станице. Сейчас мы с вами находимся в Доме культуры станицы Гастагаевская. И я хочу представить вам ансамбль спортивного бального танца «Империал». Сейчас мы подойдем в группу, где занимаются дети, и познакомимся с тренером и с нашими ребятами. У нас есть возможность немного пообщаться с тренером. Я хочу вам представить тренера по бальным танцам, чемпион Хабаровского края и Дальнего Востока, чемпион международных соревнований Сергей Данилов. Сергей, расскажите, пожалуйста, с какого возраста можно начинать заниматься бальными танцами и до какого? 3,5-4 и неограниченное. То есть я так понимаю, что танцевать можно всю жизнь? Совершенно верно. Сколько времени длится занятие? Ну, допустим, вот у нас группа идет, часовой урок, ну, час-час 15 всего. А так как бы полтора можно заниматься, можно два заниматься. Угу. Есть возможность индивидуальных занятий? Да, конечно. А для чего вообще существуют индивидуальные уроки? Это чтобы ребенка развивать уже в этом направлении глобально, то есть уже узнать его ближе. Группа группой, а индивидуальный урок – это индивидуальный урок. У наших детей есть возможность выезжать на соревнования какие-то, то есть показать себя? Да, конечно. Вот, допустим, у нас в крае, в Краснодарском крае, каждые выходные, там суббота-воскресенье турнир обычно проходит, каждые выходные они проходят. То есть возможность ездить можно по всему Краснодарскому краю. И не только, как бы. И по России тоже турниры у нас почти каждые выходные. Ну, в России тоже. Угу. И международные, и российские турниры. Это, ну, ранг турнира получается. Угу. Насколько я знаю, в это воскресенье дети наши выезжают на соревнования, да, по бальным танцам. 27 числа у нас будет турнир. Он будет проходить в городе Анапа, в поселке Витязево. Uh-huh. Вот, там турнир проходит постоянно, большой российский турнир. У нас будет первенство города. Наши детки, две девочки, будут танцевать на первенстве города. Вот, а все остальные будут выступать в рамках российского турнира. Uh-huh. И еще вопрос по окончании школы бального танца. Дети получают какие-то сертификаты или дипломы? Дети, ну, получают, вот, допустим, турнир, они получают дипломы на турнирах, ну, медали и все остальное. У них есть класс мастерства, это по танцевальному виду спорта, и по спорту идут у них разряды. То есть там каких-то дипломов о том, то, что они закончили что-то, у нас такого нету. То есть, а конкретно уже именно по спорту, если брать, по нашей федерации, то идут у нас мастерства, мастер, ну вот, допустим, идут там D-класс, E-класс, это по танцевальному виду спорта, а именно в спорте во всем, то есть как ребенок уже идет, то это первый разряд, там второй разряд, третий, юношеский, все остальное идет. Также кандидаты, мастер спорта. Мы желаем удачи нашим детям на соревнованиях и не будем надолго отвлекать тренера от занятий с нашими детьми, а сейчас мы потихонечку вас отпускаем и все, подглядим. Спасибо. Как занимаются наши дети? Ребята, вам нравится заниматься бальными танцами? Если вы считаете эту информацию полезной для себя и интересной, поддержите нас лайком,
Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. До скорых встреч!